Сейчас. Его глаза сияют победой. Где же твой брат? Мы с ним вроде поспорили. Он знает, кто победит. Не он. Врата обрели стражей, а души короны — вечный покой. Теперь скажи, что ты знаешь о жезле? Этого я не обещал. Я обещал исполнить твою судьбу. Моя судьба — подчинить жезл. И ты научишь меня. Этот договор изначально ничего не стоит. Ты отдал свою жизнь мне в момент, когда убил Цербера. Я мог поручить кому угодно отыскать стражей для врат. Но я хотел, чтобы ты немного привык. О чем ты говоришь? О, разве я не сказал? Есть пятые врата. И тебе придется стеречь их до конца времен. Вот твоя судьба. Я не склонился перед твоей женой. Не склонюсь и перед тобой. О, еще как склонишься. Жаль, что так вышло. Я бы заполучил тебя в свое собрание героя. Получай! Все вы смертные в конце концов окажете здесь. К чему борьба? Последний раз. Или страдай вечно. Что здесь смешного? Ты веришь, что все это важно? Но ты узник, где бы ты ни был. Маллака! Виктория, в чем дело? У вас все в порядке? Отключайся! Все зашло слишком далеко. Это надо прекратить. Я справлюсь. Ты не похожа на себя. А ты как ребенок. Прекрати! Ты не видишь, что делает Жезл? Он подключает воспоминания Деймоса. Ты бродишь в царстве мертвых. Это просачивание. Оно опасно. Остановись! Дай сюда, отдай! Нет! Жезл или я? Выбирай! Пусти! Он того не стоит! Для твоего же... Вставай, Виктория!
Виктория? Нет. 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 Здесь какая-то ошибка. Нет. Нет, нет, нет. Я же не хотела. Клянусь. Не знаю, что со мной такое. Наследница никогда бы так не поступила. Так? Она моя подруга. Это была не я. Не выйдет. Мне нужно время. Ты думаешь, я нарочно? Это все Жезл Алидея. Это он, а не я. Я не убийца. Наследнице памяти дано предвидение. А ты поступила как человек бесчеловечно. Боюсь, я ничему не смогу тебя научить. Я и есть наследница. Я могу починить Жезл. Я знаю, что смогу это сделать. Это не твой выбор. Мне решать, достойна ли ты. Хотя теперь, возможно, слишком поздно. Ладно. Я ненадолго. Присмотри за мной, хорошо? И не уходи. Прошу. Я вернусь. Я никуда не денусь. Вот черт. Прости, Виктория. Но отступать поздно.